сейчас обучаемся в две смены. И самая большая проблема, которая у нас была всегда, это нехватка помещений для внеурочной, исследовательской деятельности, для всех наших инженерных проектов. Очень много сейчас уделяется внимания для воспитательной работы, для патриотического воспитания. Поэтому вот для всего этого помещения не было. И встал вопрос о том, чтобы выделить нам дополнительное помещение. Возможности инженерного лицея увеличиваются, мы получаем дополнительные школьные места, при этом стоимость, экономика, если говорить, стоимость одного школьного места, мы сейчас вот прикинули, чуть больше 300 тысяч, 320 тысяч рублей. Если мы строим новое здание школы сегодня по проекту на 1000 мест, стоимость в сегодняшних ценах не меньше 2 миллионов одного школьного места. Вот такая разница, очевидный выигрыш. 1 сентября начало учебного процесса, поэтому задача такая, чтобы 1 сентября сюда пришли ребятишки. Пока все в графике, и такой тревоги, что не будет выполнено, такой тревоги нет. То есть работаем. 1 сентября заходим, начинаем учебный процесс.